Мобильный пункт обогрева включает в себя высокопроходимый пожарный автомобиль на базе КАМАЗ, снегоход, палатку с необходимым оборудованием. Пункт развернули для автовладельцев, которые оказались в заторе или ином дорожном происшествии. Автовладелец может остановиться, обогреться, попить горячего чая и кофе, разогреть себе пищу. Также зарядить мобильные гаджеты. Данный пункт рассчитан на 10 человек. Отмечу, всего на базе подразделений Главного управления МЧС России по Владимирской области находятся 5 мобильных пунктов обогрева. Все они при необходимости готовы к работе в сложных погодных условиях.